Друзья, вы на канале Грин, и сегодня мы... Давайте Грин сразу поставим. Сегодня мы в приватном сервере будем открывать писики. Настоящие, с клинами, можно тут играть, можно в закрытой игре. Все это работает, только вот в клановом сервере, ну и, друзья, тоже в сервере. Смотрите, вот сюда, 12 тысяч и 30 тысяч. Как видите, я на фоне V2. Называется сервер. Донатик можно 65 рублей, 30 тысяч. И это правда, тут ножи есть. Смотрите, вот здесь все ножи. Обалдеть, да? Я думаю, Origin уровень 10 штучек. Давайте первый-то подкроем. Некромансер. Довольно-таки хорошо. Потом с этими скинами, конечно, поиграем. Самыми классными. У меня еще 4 аккаунты есть, на которых офигеть скинов. Ну, ножи тут, в принципе, должны выпадать, потому что, ну, блин, это достаточно. Я думаю, что ножи это будет. Ладно, сейчас погнали пустить. Все, пропустили. Что? Ребят. Девять. Это очень классно, это очень хорошо. Вверх. Гуль. Ладно. Мне очень нравится пока что скины, которые нам выпадают. То есть ни одной рарки. Зачем я это сказал? Сейчас 100% рарка выпадет. Сколько рарок? Ну, я так и знал, да, в принципе, что рарка выпадет. Я сейчас бы хотел, конечно, рарку подобного. Рарка. Давайте последний кейс. Мы так пропустим. Конечно же. Ведь раньше Origin кейс, ну, в оригинальном своем, конечно, стоили, правда, 100 голды. Но, к сожалению, времена изменились. Сейчас они стоят, сколько там, 3000, 3500, да, вроде же. Так, это не пугайтесь, это скин разработчиков приватки. Но мне вообще не очень нравится, вообще не нравится. Скретч. Последний дает скретч. Я не знаю, выпадет ли нож. А, так у нас тут еще есть. Я же это перепутал. Последний. Такое, конечно же. Так. Какой ножичек, ребят, пожалуйста. Бигл. Без приколов, давайте. Нож. Все. Точно нож. Точно нож. Точно. Ты, что происходит? Я просто не понимаю. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Санечка, становишь, Санечка, становишь. Хорошо. Пока что М9 Ancient и Керамид Ancient. Куда-нибудь сюда сунем. Так. Rival. Так, 10 команды, я не меньше хочу, чем другие ножи. Я без буста. Драгон. Так, очень хороший скин, я его прям очень сильно люблю. Давайте на высокое, потому что, ну, как бы, ой, не очень.
хочет смотреть на мыло. Пропустим просто там на рандомные ножи. Grand Prix. Первый нож на часть. И скин микромансер у нас и уже пациент. У нас сегодня день пациент. День пациента. Я помню. Рипер. Ригл. Нормально. Хорошо. Драгон. Последний не выпадет как-нибудь. Давайте пропустим. Давайте все подряд. Мне вообще не везет, раньше мне очень везло. Но сейчас не везет почти никогда. Я очень люблю F9, поэтому я еще раз потом больше 20, наверное. 20. Да. Ребят. Dragon Glass. Кто мог подумать? Обалдеть. Можно. Четыре бабочки. Ой, блин, бабочка пролетела. Ой, лизард. Айс. Ну, мы без мута. А так открываем. Там еще типа на обезьяне. Ну, мне уже повезло с бабочкой. Ой, голды 5, как и киберпанк. Я вот с твоими ходил. Это были самые дорогие мои скины в инвентаре, да, у меня еще тогда Легаси. У меня еще тогда ножа и не было, в принципе. Кстати, прошу обратить внимание на акции. Ну, акции у меня куплены на другом моем аккаунте, поэтому тут мы только... Покупаем скинчики. На 10 тысяч у меня попозже будет закуп на Origin Keys. Я хочу посмотреть, что там дают от разработчиков кисти. Так что быть акцию от Скрэйч у меня уже второй раз падает. Крафтинг. Хороший скин. Я помню, мне даже не упала эпика с кейса раньше. Да. У меня глок есть. Где самый классный глок? Не знаю, мне карбон больше сошел.
достаем. Че, серьезно, что ли, сейчас? Ребят, у вас крыча скорпиона. Такое. Ну ладно. Да ну, это самый красивый скорпион. Нож, по-моему, потому что с ним так себе. Минимальный черный. Ладно, давайте так уж и выйти. 5000 у нас. Ну и мы немножечко попозже купим. Я опоздал, да? Я перчатки очень жду. Это вам мгновение. Максимально просто. Максимально хорошо жду. Ну ладно, ребят, посмотрите, сколько у нас кейсов. У нас трех страниц. Там еще серия и серия, ребят. Серия и серия, поэтому... Я так испугался, он был прям между. Ребят. Вот эти, прям балдеж. Я в окупе. Пиксель. Так. Ой, нет. Роман, я уже хорошо. Второй инцидент я уже чем-то не смогу, потому что нам нужно разнообразить. Не он. Отлично. Хорошо. Понравилось. Я помню, один баг словил. То есть его, ну, как в оригинальном сезоне, получилось. Ничего крутого и не нужно. Так. Не он. Хорошо. Неон падает, но мне очень неон нравился. Он подсвеченный такой. Подсвечивается. Драгон Глаз. Я просто обожаю. Я без него жить не могу. Нет, ну конечно могу. Драгон Глаз, я бы от него не отказался. Ну прям типа Драгон Глаз это настолько классный. Я с ним только и ходил. Бы. Трэшер Хантер, ребят. Трэшер Хантер вообще обожаю просто. Поэтому... Сейчас я кое-что посмотрю. Акция. 2021 год. Есть. А, отлично. Давайте купим эту акцию сейчас. Ну, потому что у нас очень много кейсов. Посмотрите, сколько у нас. Я не знаю, насколько мы растянем. Открытие не нужно, пожалуй. Зашел. Но мне правда не нужно. Дефолтный скин. Ну как дефолтный? Похоже на дефолтный. Не люблю я, не любитель. Хватит мне подсовывать. Керамбит. Не люблю от разработчиков эти скины. Поэтому давайте их забудем. Берем.
Степа. Мой раньше очень любимый скин, но тут что-то заляпано. Я это не один видел. Вот реально что-то заляпано. Края. Мне казалось очень странно. Не надо. Не надо, пожалуйста. Прошу, просто не надо. Кстати, можно выйти. Интересно. Так, хорошо. Не надо. За что? Но не нужен мне этот скин, мне его просто подсовывают. Что-нибудь, хотя бы нет. Хотя бы дальний глаз, ребят. Это очень классный нож, и мне всегда казалось, что типа дальний глаз это прям обалденнейший, класснейший ножичек, который нужен. Который прям универсум. Помню, закрыл глаза, и из бокса выполз этот Force Spirit. P350. Киберпанк. Нормально. Нормальный дроп. Чувствуется. Что у нас уже поджимает, смотрите. Только одна страничка осталась.